В рамках проекта «Мой военкомат» в регионе предстоит отремонтировать 30 учреждений. Одинцовский военкомат стал пилотной площадкой. В здании уже идет капитальный ремонт, после окончания которого все услуги будут предоставлять по принципу одного окна, как в МФЦ. Обновленный военный комиссариат откроется по прежнему адресу в феврале 2022 года. До этого момента учреждение будет располагаться в здании бывшего дома офицеров на улице Маршала Жукова.